О, а где друг? А Еня ушла, что ли? Да. Еня. Так. Ваня и Нестора нет, да? Почему Ваня? Не, Ваня, здесь, а Нестора нету. Так, давайте помолимся. Господи Иисусе Христе. Не слышу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наше занятие. Хочу дать как бы слова автора вступительные. Может, ты бросишь? Да пусти. Чего вы как бабушки сидите? Вот, ты... вот все спину округляют, прям так даже специально не сделаешь такую спину-то круглую. Плечи возьмите, вот где ваши плечи. Возьмите их вот так вот раз назад. Свели лопатки. Сидите ровненько. Все. И все время маленько забыли, опять раз лопатки назад. И все, чтобы спинка ровненько была. Не вот так вот, не круглая. И вот тут смотрела на видео, думаю, что тут за бабушка сидит? Тут спина круглая, прям согнулась ниже всех. А потом с другой стороны снимаю, так это Енафа сидит. У нее еще себе бабушка, 16 лет. Сколько ей? 15. Ей будет 16 лет. Ну, 16 через месяц. 16 лет. Так, значит, ей не нет, вот я ей хотела дать. Может, ты уже автор? Нет, я потому что здесь вот сижу, меня не видно, а будут снимать концерты, там тем более столько взрослых у нас уже так детей. Ты же там стоишь. И потом подойдите, я чтобы вам слова дала, еще две песни мы будем петь, но это старые песни. То есть одна будет новая, две старые. Какая? Ну вот Ваня предложил в ночном саду спеть из старых. Ну и маленьким им нравится вот «На лошадке в санках», да, Елена? Знаешь же эту песню «На лошадке в санках»? Мама, ее никогда не пели. Да каждый год поем, ты что? Нет. Ну, да. Что-то как санки, но никакой не пьем. Давайте вам сейчас раздам, мы прорепетируем. Так, я вам держите. Вы уже слова примерно знаете, уже сильно не подглядываете. Потому что осталось у нас один выходной в следующий, в следующее воскресенье. Вот 1 числа здесь служба будет. 1 января. А Василиса где зашла, что ли? Да, правда, что Василиса? Я думала, она зайдет сюда. Скажи, здесь звонка. Третья песня. Сейчас я не знаю, какая первая заиграет. Аллилуйя, это какой-то. Так, Лера. Раз, два, три, четыре. Слушай, все твои слова прошли, ты только листочек взяла. Что сидела, молчала-то? Репетиция идет. Ну, или ты, тебя выследила, или бы у них выследила бы за текстом. Так. Значит, вы три строчки поете. Дальше, если хотите, если не хотите, Леонида, то тогда все вместе будем дальше петь «За шум листвы». Можно?
или с Росей споете, за шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, и там потом такое как бы возвышение, и уже все вместе за светлую макушки оливы. Угу. Уже так вот тоненькими голосочками там услышите. Ну не так, как я показала. Так, все. Большой проигрыш после второго припева. Прости, что эти люди злы, что в мире сумрака им мы живут. Здесь уже погромче можно петь. С тобой бою я. Позволь забыть, простить, любить. Это начнем в саду. У нас приедет Иосиф с Марией, и потом вот эту песню запоет. Не знаю Иосифа кого. Может быть, мы дядю Володю возьмем на Иосифа? Да какой Иосиф вообще? А? Ну как? Начнем в саду. Городу приедет надо. Иосиф греет чай.
мусор есть. Все поется без проигрыша эта песня. Припев повторять не надо. И последняя. А, уже стихала все? Да, нет. Да, да, да. На лошадке санки зимой, и на сердце сказка потихонечку поем. Это радость, это счастье, правда, навсегда. Это очень не то праздник. Она не то. Сначала это, а потом праздник. Мы перепутали, значит. Рождество, это торжество. Ты сейчас затыкай, она открывается. Сверни несколько раз. Твоя дорога, облако зимний, на свисте рожденном не уговори. Колокольчик звонко, подруга земля. Это радость, это счастье, правда. Я не буду спеть. Колокольчик тут сильно звенит. Все, просто перепутали куплеты. Ксюша потом начала петь как продолжение. Да. Первый со вторым. Так. Сценку, кто уже учили слова свои? Дочек почитает. Она у меня. Давайте перепетимся. Тогда время, если есть, я сейчас схожу, возьму этот сценарий. Нет, ну просто дальше. Тише, сиди, сиди, сиди. Куда это? Там человек, а я буду... А, ты тоже? Только один. А ты первая? Я, да. Нет, я первая, а ты вторая. Я первая, ты всегда первая. Я сама первая, а ты хорошая. В Викирии-то есть какая-то? Я иду каждый год. Милая. Понял, что такое? Ой, какой? Ой, какой? Все слова знали? Я вам их раздам. Так, ну, ангел встает. Подумай, чтобы ты была белая, понятно? Хорошо. Ну там юбку можешь и не это, но чтобы одежда, платок, кофта, все будет белое. Будешь примером туда вот вставай. Там стоять? Ну пусть там стоит. Вот. Ну, места нету, ты там стоишь. А я тут. Там дядя Володя стоит. Дядя Володя может переместиться. Тут ближе, куда ты спряталась? Ты будешь тут вот стоять, а здесь мы натянем эти... врата. А может я настольчик встану, чтобы мне как-то это... Я же ангел? Нет, видно будет. Ты высокая, я тебе специально маленького не стала. Крылья большие тебе видно. Все. Первый идешь. Дело вид, что ты ставишь тяжелую сумку. Может быть, как рюкзак с собой принесешь и так... Это тобой Парижа. Что там говорить? Вот! А, ты говоришь, что это такое? Что это такое? Не улыбаемся. Все серьезно. Вот тут 4 миллиона евро. Доллара. Надеюсь, этого хватит, чтобы прийти в Царство Небесное. Нет, чтобы заплатить за право на вход в эти врата. Ну ты слова еще не учила, да? Ну ладно. Не хватит. Нет, ты готова. Тихо. Ты говоришь, что на земле, вы же сейчас уже на небе там рядитесь, ты скажи, на земле еще никто не сопротивлялся. Я все вопросы решала деньгами. Что... Ну ты потом слова выучишь. Никто сказал, не сопротивлялся, и все дела я решала деньгами. Отпусти меня. Отпусти меня. Нет. Яко твоей царство, силы и слава, что так, мне... Платочек,
заказ обязательно хорошо разучите, как было. Бог Иегова, чтобы попели. Это вершина всего, что у вас есть. Споем, споем. В Тотчи подкните там дверь. Давайте я закрою. А ты говорил. А ты не пускаешь, то есть ты можешь даже как бы пытаться пройти, оставить ей деньги, а ты ее не пускаешь. Все. Ты говори, почему твоя одежда грязная? Почему твоя одежда грязная? Видишь пятна? Как, где девочки? Это серьезная сцена. Ты понимаешь, но иногда мне приходилось деньги собирать в грязи. Ну, то есть не всегда шел чистой дорогой, да. Ну, то есть не то, что ты их из грязи вытаскивал из лужи, а то, что неправедными делами зарабатывал, обманом там, может быть, где-то, коррупция, откаты. Мы же не знаем, как ты разбогател. Ладно, вот слова выучи, чтобы вот так уже в следующее воскресенье, уже чтобы нормально говорила. И ты начинаешь себя смотреть и говорить, ой, действительно, что-то я какая-то грязная, так откуда это? То есть, пока ты жила на земле, ты не видела, что насколько ты грязная. То есть здесь становится все видимо. Дальше, после этого, идет труженик. Это Нестор. Нестора нету. Я буду. После труженика идет добродетельница. Вот она. Иди. Не забудь сделать много, прям целую пачку, как будто бумаги возьми, это как будто письма. И вот так вот. Давай, неси вот так. Нет, ты оттуда идешь. Нет, она может взять какой-нибудь прозрачный пакет, в руках нести, вот письма, записки. Показывай. Это? Ты говоришь, что это? Что это? Это что? Это письма. Их мне написали люди, которым я сделала добрые дела. В этих письмах они горячо меня благодарят за это. В этих письмах они меня горячо благодарят. Ведь я была так добра к ним. И небо должно быть открыто для меня за мои добрые дела. Небо должно быть открыто за мои добрые дела. То есть вот ты такая самонадеянная, да? То есть не за веру в Иисуса Христа, а за добрые дела хочешь пройти. Царство Небесное. А ты? Нет, твоя одежда тоже грязная. Нет, говорю, этого недостаточно. Да. А почему? Достаточно. И всегда всем ты будешь говорить, ну почему твое платье такое грязное? Одежда, платье, наряд, там по-разному варианты. Ну, почему твое платье такое грязное? Юбка грязная. Черная, он вся черная, да. Вся грязная. Ты говори. Разве это важно? Ну разве это важно? Очень важно. Отдавай ей письма назад. Она как бы тебе часть где-то в руки взяла, посмотрела. Забери свои письма, мне не нужны рекомендации людей. Я не пропускаю тебя в Царство Небесное. Левия, ты тоже прям слова выучи, да? Ну, вот, можете сами прочитать. Так, человек с Библией. Аккуратно. А в Библию-то? Подходи. Ну, он будет держать в руках Библию, говорить. Он не случится. Вот книга, которую я читал всю мою жизнь. Вот книга, которую я читал всю мою жизнь. Спроси этого места. Нет. Спроси у меня, и я отвечу на любые вопросы из этой книги. Спроси меня, и я отвечу на любые вопросы из этой книги. А может мне у него что-нибудь спросить? Зачем? Ну как бы это письма я посмотрела, деньги, ну тоже посмотрела. Ну, если хочешь спросить что-нибудь. Иоанна 3:16. Нет, как раз не надо. Видишь, тут весь смысл сценки в чем? Что люди за какие-то дела приходят, а веровать. Как положено, они не могут. Если ты спросишь Иоанна 3:16, и он тебе правильно ответит, то есть получается, что он правильно верует, потому что 3:16 как раз вот то, что, о чем ты будешь в конце говорить, как вывод, почему ты их не пускала-то. Спроси любое место в Писании, я отвечу, даже если это самое трудное. А что мне говорить? Не, ну вот придумай неделю себе, какое-нибудь место, может, ты не будешь говорить, а он продолжит. Я не буду его спрашивать. Лучше ему сказать, что у него тоже одежда грязная. Этого недостаточно, чтобы пройти в рай. Уходите, уходите, у вас очень грязная одежда. Да. И волосы грязные. То есть он здесь смысл в чем, что люди, которые приходят, они богаты, ага, сейчас идем. Они добродетельные, они читают Библию, но они не верят в Господа, понимаешь? Неверующие приходят. По каким-то другим хотят заслугам прийти без веры. Можно ведь Библию читать и не верить в Бога. Все. Начали молиться, пойдемте. Каждый свои слова выучит к следующему воскресенью. Воображаю книжку. И Нестор тоже скажет, что делать. Так, хватит, тихо.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу Христа, Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Милования Бога.
святых. Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесе. Премудрость проси. Идите, поклонимся и припадим ко Христу. Спасены Сыне Божий, воскресе из мертвых поют черти. Аллилуйя! И когда вознешилась из смерти животе бессмертный, тогда отуметвилось и блистание божества. И когда же и умершая преисподник воскресил Иси, вся сила небесная в замаху, жизнодавча Христе Боже наш слава. Святому Духу, рукописанного образа непочетшей, но неописанным существом, защитившейся три блажения, подвизи огня прославистися среди же пламени нестерпимого, стоящей Бога призвасти, ускори о щедре и почися ко милости, в помощь нашу яко можешь и хоть ай. Благословен еси Господи, Боже Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Благословен еси Господи, Боже Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Яко праведен еси о всех, я же сотворил еси нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших. И
Колоссянам послание святого апостола Павла, чтение. Братья, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Мир тебе, чтущему. И Духове твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Моисей и Аарон в иерех его, и Самоил, призывающий имя его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Призывах у Господа и той, послушаша их. Святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мне. Еще же Господь, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнится дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных. Слава тебе, Господи, слава тебе. Боже, молись, становись. Прекрати, хватит. Всем, все, все души, все.